Всем привет! В этом видео я вам хочу показать итальянский набор петель. Я знаю, в Ютубе есть много версий, у меня тоже такой же, ничего не вам сильно Америку не открываю, но я хочу показать, как я делаю, потому что каждый раз, когда я что-то показываю, мне вопросы, как я делаю, и тем более скоро будем вязать водолазку. Тоже девочки хотели, чтобы вязать. И моей дочке надо водолазка. Там водолазка черного цвета. Поэтому на водолазку показать не могу. Буду показать вот на эту толстую пряжу светлую. Вот. Обычно вот так набираем, да? А сейчас наоборот. Взяли вот так, не знаю, это кто как делает. Я уже давно так делаю. И я довольна. Вот так держали пряжу, так обнимали, как говорится. И теперь смотрите, сюда естественно не можем, поэтому запутаться вы не можете. Вот раз, теперь снизу два, сверху и снизу. Надо туго делать, сверху и снизу. Вверху и снизу. Вот так наоборот не можете путаться, потому что вот так не получается. Поэтому не бойтесь, все будет хорошо. Вот вверху, снизу, сверху, снизу, сверху, снизу, сверху, снизу, сверху. Снизу, а последнюю петлю, как обычно, так закрепляем. Смотрите, я уже говорила, сначала надо обязательно полурезинку вязать. А по кругу то же самое будет, просто я по кругу не буду столько петель набирать, чтобы показать. Только по кругу будете рассчитать так, одну петлю больше, чтобы замыкать круг. То же самое, ничего такого нету. Когда будете по кругу, главное смотреть, чтобы ничего у вас не крутилось. Это изнаночная петля, вот. Вот сама запуталась. А это лицевая, видите, как обычная лицевая петля. Вяжем как лицевая, изнаночная, вот, изнаночная петля, вот. Снимаем. Полирезинка, наверное, вяжу уже, все знаете вязать. Вот, лицевую, опять лицевую, изнаночная, снимаем. Лицевую, лицевую, изнаночную, даже вот так, видите, видно. Изнаночную снимаем. Лицевую, лицевую, изнаночную снимаем. Лицевая, изнаночная. Я просто набирала, не знаю сколько что, вы будете считать вам сколько надо. Вот, все видно, девочки. Вот, это как изнаночная петля, видно все. А здесь лицевая, вот, видно. За заднюю стенку, как лицевой вязать. Вот. А вот последний изнаночный попал, уже мини-накидом, а просто вяжем. Переворачивали. Вот. Первую петлю снимаем. Вот. Изнаночный, видите, видно? Изнаночная. И лицевой видно. Вот. Лицевая петля, лицевое вязали. Теперь наоборот будет, правильно, на этот ряд. Там, где снимали, вяжем, а тут снимаем. Вот, смотрите, изнаночный видно и лицевое. Вот, похоже на лицевую петлю. Если хотите резинка 2 на 2, все равно вот эту процедуру должны делать, потом 2 на 2 переходить. Я так делаю. Вот.
Вот, уже с третьего ряда уже вяжем, как обычно, мы вяжем резинку. Здесь уже все видно, понятно. Если хотите на 2 на 2 переходить, я не знаю, давно 2 на 2 не вяжу, не знаю, чего пока, что мне не нравится, раньше вязала, сейчас нет. Я почти всегда 1 на 1. Вот. Это тоже сами будет эффект, как мы закрывали иголкой, помните, вместе. Смотрите, вот так резинка как резинка, а здесь смотрите, объемная, красивая. Мне очень нравится и эластично как бы. Если что, здесь нитку, резинку свободно можно одевать, что не видно. Если такая пряжа, что не держит или со временем испортилась, я повторяюсь, это очень хороший вариант. И мне это больше вот это вот нравится, чем вот эта косичка. Мне кажется, это очень красиво выдает изделию. Вот такое короткое видео. Я это делала для того, чтобы каждый раз что-то... вяжу, если что, вы знаете, как я это делала. Потому что на черную пряжу не видно. Если вот такая идея вам понравилась, хотя это не моя идея, везде есть, все знают, но все равно. Пишите комментарии, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до новых встреч!